Здравствуйте, меня зовут Секулич Дарья. Я участник всероссийских соревнований «Зимний кубок молодежи по выездке». Сегодня я принимала участие в программе «Личный приз юниора» и заняла первое место. Конем довольна, ездой в целом тоже довольна. Были небольшие недочеты, не по марке, но все в процессе работы. По сравнению со вчерашним днем есть большой прогресс. Так как у нас был большой перерыв полгода, мы втягиваемся и надеемся завтра показать результат еще лучше. Также мы планируем принять участие в соревнованиях, которые будут проходить через месяц, 8-10 марта, здесь же, Maxima Stables, международный турнир.